Вот как бы мне ей это правильно сказать? Ну, чтобы она правильно меня поняла, а не так, как она обычно меня понимает. Как бы ей правильно это объяснить, чтобы она сразу согласилась? Так, ладно, сначала надо туда приехать, а потом уже будет то, как будет. О, здорово. Так, по нашему новенькому подводному метрополитену! Поехали, конечно, не такое быстрое подводное метро, как хотелось бы, но как бы лишние 5 минут жизни всегда есть, чтобы просто вот посмотреть на подводные красоты и доехать. И еще немножко, и мы наружу, а все. Ты стой здесь, вагонетка. Рыбу ловит, понятно. Ничем другим она в этой жизни заниматься не умеет, только рыбу ловить. Ну что там, клюет, не клюет? Господи, ты что пугаешь? Ты, ну вот из-за тебя, блин, удочку сорвала. Ёпрст, ты иди сам лови вот рыбу теперь за меня. Иди лови ее, уплыла. Не буду я ничего ловить. Вот, я это пришел не просто так, как ты уже поняла. Ну давай, давай быстрее только говори, у меня еще впереди 10 рыб надо словить. А, тут такие у нас дела. Наши, которые старые дела, они как бы могут подождать, получается. У нас появились немножко новые дела. Тут, Катя, в Майнкрафте еще одно обновление вышло. Нет. Стаглотиты. Кого? И стаглотиты, и стагматиты. Астигматизм у тебя, а не стагматиты. Вообще, это иди почитай учебники. Нормальные слова. Научись сначала говаривать, ага. Стагматит, стаглотиты и стагматиты. В Майнкрафт добавили, в пещеры. Их там найти уже можно. Сталагмиты ты имел в виду? А какая разница? Стагматиты, ну, в смысле, сосульки. Сосуски вот эти, которые свисают с потолка. Никуда я не пойду. У нас с тобой бесконечная ферма еще. Сейчас я рыбу доловлю, пойдем достраивать. Так подождет и эта рыба, и подождет эта ферма пчел, которую мы начали строить в предыдущей серии. А вот стаглотиты, или как они там зовутся, они не подождут, потому что они свисают прямо сейчас в шахтах. Пусть себе свисают, а мы идем с тобой достраивать. Давай, где лодка? Ты на чем приехал-то? Ты что ли приплыл, дурачок, что ли, совсем? Где лодка? На вагонетке, которую мы построили, подводное метро! Точняк, у нас же теперь есть метро. Так вот, садимся, значит, в метро. Где моя персональная вагонетка? И погнали. А стагматиты, Кать? Стагматиты подождут. Вперед строить. Ага, поплыла, поплыла. Прежде чем мы отправимся строить, ты мне скажи, не видел мою позорную трубу? Я свою где-то потеряла. А в руке ты что держишь? А, кстати, я не знаю, это какая-то сигара или что это, откуда непонятно взялась у меня в инвентаре, это даже не мое. Мне нужна моя позорная труба, я ее потеряла. Вот ты чуч-кучбек или что, так это позорная труба, вот, подними ее. В смысле, погоди, как? Подожди. А я-то думаю, кто мне сишки-то подкинул вообще? Нифига ее изменили. Ну, так раньше она выглядела как непонятная какая-то фигня, плоская такая, ты себе в глаз ее тыкал. А сейчас, ну давай, тыкни в глаз прям. Ну я тыкаю в глаз, ну. А сейчас она такая объемная, квадратная, огромная. Ну да, немножечко, можно сказать, на сигарету большую похожа. Но какая разница? Зато 100% лучше, чем та, которая была. Ее опять, Катя, изменили. Каждый новый вот этот снэпшот в Майнкрафте, новая позорная труба получается. Не, ну это хорошо, что моя позорная труба нашлась. Все, а теперь без лишних слов, какие там нам ресурсы? В шахту! Без лишних слов в шахту смотреть стагматиты. Они там такие крутые, они еще свисают и капают, лаву даже могут капать. Ты это самое, тут мне не капай и не свисай. Что нам нужно? Я не знаю, там дерево нужно, камень, блоки какие? Наблюдатели, ножницы, железо, раздатчики, луки, редстоун, ульи. Давай, бери это все и потопали. Ну вот, так бы сразу. Так, раздатчики. Ну их скрафтить надо.
Так, значит, скрафтим раздатчики. А ты их умеешь крафтить? Нет. А. Тогда меня попросишь это сделать? Да, и пожалуйста, скрафти раздатчики. Ладно, скрафтим. Булыжник! Редстоун! И примерно где-то 11 луков, которых у нас нет. Ну ладно, и так сойдет. Ты что, с ума сошел, что ли? Какие луки? Зачем они для фирмы-то нам нужны? Ага. А раздатчик ты как крафтить хочешь? Так раздатчики из луков же крафтятся. А, да? Ну да. Посередине лук, снизу редстоун, вокруг булыжник. И получается лук. Ты что, это реально не знала? Слушай, ты меня, походу, вообще в этой жизни в Майнкрафте ничему не научил. Только вот бегать и стрелять научил. Ну так а что, я виноват? Вот, держи. 7 раздатчиков, еще нужно 4 штуки. Давай, крафти. Я беру вот от наблюдателей. Беру наблюдателей. Улей же надо скрафтить. А ты, кстати, умеешь улей крафтить? Слушай, давай вот эту вот зеленую книгу открою и просто найду, как крафтится улей. Все, я сейчас сама все сделаю. А ты думаешь, оно здесь есть? Улей. Да тут нет улья. Бесполезная зеленая книга. Тьфу! Собираем еще парочку сот, потому что соты нам нужны для того, чтобы скрафтить улей. Это же логично. Отсюда тоже соберем и отсюда соберем. Пошли крафтить, давай. Погоди, так если соты нужны для того, чтобы скрафтить улей, а соты делают улей, то как изначально сделать первый улей, чтобы добыть соты, из которого делаются улей? Найти в лесу. А там их кто построил за тебя тогда? Разработчики Майнкрафта. А, ну спасибо им тогда, что построили. А то как бы мы тогда скрафтили улей, если бы у нас не было сот? Делается все оно вот так. И таких улей нам, Катя, с тобой нужно тоже 11 штук. Давай, делай. Ты давай мне это самое, расскажи, как это строится все будет. Как оно вообще, в принципе, работать будет. А где мы пчел столько возьмем? А мы за новыми пойдем или будем своих разводить? Кстати, а можно же пчел разводить, да? А чем их надо покормить, чтобы родилась пчелка новая, а? Цветком. Точно. Ну все, тогда я пойду разводить пчел, а ты строй. Да не надо пока, ты подожди со своими пчелами, не надо ничего разводить. В предыдущей серии мы вроде построили вот этот амбар или даже завод. Катя сказала, это завод по производству меда будет в будущем. Поэтому заходи сюда внутрь. Мы здесь с тобой уже подготовили стенку, вот эту, где будет находиться наша ферма. И сейчас мне нужна будет твоя помощь, Катюх. Ура, наконец-то я буду что-то строить. Ну, нет, как бы, строить ты ничего не будешь. Мне просто нужно, чтобы ты вот это... Ну... Кору из дуба почистила. Это я могу, только я свой топор потеряла где-то. На мой. Отлично. И, Катюшка, корочист в деле. Готово! Раздатчики, которые ты скрафтила, надо будет поставить вот сюда, в ряд 11 штук. Или ставь сама, или давай мне выбрасывай. Так, смотри, я сейчас все сама сделаю. Вот так берем, вот сюда ставим, да? Ну, да, но чтобы они не наверх смотрели, а вот сюда, на меня, в эту сторону. Так, подожди, это значит, надо вот так спуститься и вот так поставить. Вот! Вот! Молодцы, судья! Каждый день удивляюсь, то, что ты нубасисей становишься все меньше и меньше. Молодец! Делаем вот так вот, 11 штук. И сейчас в них нужно запихнуть по, как минимум, одной ножнице. Ножницах. По одной паре ножниц. А я вот тебе удивляюсь, что ты каждый день понемногу изучаешь русский язык. Ну это как бы да, ну я ж как бы не русская, я этому только учусь. Держи железные слитки, делай ножницы и ставь раздатчики. А, еще ножницы, да, надо сделать? А где верстак? А их можно сделать без верстака. А, ну-ка, это вот так вот. А, все! Сколько тебе там ножниц надо? 11 штук, давай, ставь раздатчики быстро! Так, 10-11 и готово! Вот это хорошо, когда все можно сделать в маленьком верстаке. Я вообще не понимаю, зачем вот в эти раздатчики засовывать ножницы? Зачем пчелам они вообще нужны? Мы что-то им будем отрезать, я не понимаю. Ну этих, крылья их или лавки им, или что? Ничего мы отрезать пчелам не будем, живодерка. Зачем пчелам что-то отрезать? Нет, мы возле этих раздатчиков сразу ставим вот так по одному улью. Не зря же мы их крафтили. Тоже в сторону отойди,
11 штук. А уже сверху этих улей мы ставим по одному наблюдателю. Тут схема сложная, сложная, но я тебе чуть позже покажу, как она будет работать. Вот так, все. И в принципе, можно сказать, наша ферма почти готова. Осталось сюда пчел притащить и цветочки рассадить. А мед куда пихать? Да никуда ты никакой мед не будешь пихать, ядрить ты как так. Ладно, иди сюда, иди сюда. Я тебе сейчас все объясню, чтобы ты тупые вопросы не задавала. Иди сюда. Вот это правильно, давай. Мы берем, заходим на ферму. Здесь будут летать пчелы, они здесь будут летать, они здесь будут жить, собирать пыльцу из цветочков, которые будут находиться вот здесь, и залетать в свои ульи, понимаешь? Так, хорошо, это понятно. Когда ульи наполнятся и будут полны меда, наблюдатели на это будут реагировать, то что улей заполнился, понятно? Понятно, угу. Они будут отдавать сигнал в раздатчик, который находится там сзади них, а в раздатчике находятся ножницы. Понятно? Ну давай уже ближе к делу, не настолько тупая. Ну, я бы так не сказал, конечно, но вот это раздатчики ножницами будут резать ульи, из ульи будут вылетать вот эти медовые соты. Это все автоматическая ферма. А соты куда будут деваться? А вот соты уже будут падать на землю, и под землей нам с тобой нужно построить рельсы, вагонетку с воронкой, сундуки. Чего? Я, да, я забыл про это сказать. Ну-ка, чтобы соты реально собирались. Сейчас, не парься, сейчас все будет. Ты пока иди пчел приводи вот сюда внутрь и цветы давай сажай. А я пока здесь все проделаю снизу. О, мистер Крипер, привет! Пойдем мы тебе ферму покажем. Здорово, чувак. Смотри, короче, это наша ферма пчел. Он не захотел меня слушать. Две воронки стоят. И к этим двум воронкам надо подсоединить сундук, чтобы сундук тоже так же стоял. Небольшую территорию мы с тобой там вырыли. Заберем этот люк, и я тебя попрошу спуститься вот так, вот сюда, под один блок. Давай сюда ко мне. А как это так сделать? Это как? Вот это, люк, подними люк. Ага, встань, ага. И еще опусти люк, опусти. Опустила. О, все, иди сюда, ползи ко мне. Это что за спецназ такой получается? Ты что, не знал, что так делать можно? Вот, смотри. Как я понимаю, ты вообще много чего не знала в этой жизни, да? Я уже теперь тоже понимаю, что я очень много всего не знаю. Я прорыл здесь вот столько вот места. И сейчас все это место нам с тобой, Катюха, нужно заполнить рельсами. Как ты понимаешь, здесь будет ходить вагонетка. Вот так. Которая будет собирать все вот эти медовые соты, которые будут выпадать вот здесь, над нами, вот здесь, здорово. Так, ну ладно, хорошо, я дальше пошла по полосу препятствия проходить. Ползем, давай, еще чуть-чуть до финиша, давай. Рельсы иди ставь, а не полосу препятствий проходи, давай. Так ты мне выкини рельсы, я все поставлю, давай. Сюда, Кать, ну ты мне хотя бы как-то будешь помогать в этой жизни или не очень, а? У меня уже спина затекла так, что, походу, я уже даже не вылезу отсюда. Да, я тут кольцо какое-то сделал. Я нифига не понимаю, как эти рельсы работают, как их подсоединять, что делать, куда они вообще идут. Вот отсюда она подходит, вот сюда, потом идет вот сюда, потом как-то... Вот, все. Вот здесь немножко запердохаем энергорельсов, чтобы наша вагонетка достаточно разгонялась. Вот так. Закрываем это все булыжником и энергорельсы вот сюда. То есть, как ты понимаешь, здесь должен быть какой-то замкнутый круг, чтобы вагонетка никогда не останавливалась. Вот так. И тогда она всегда будет здесь кататься и всегда собирать вот эти медовые соты, которые будут выпадать. Ага. А если батарейка сядет? Не сядет батарейка, здесь энергорельсы есть. А, ну все, хорошо, строй тогда, строй. Еще чуть-чуть осталось. Может, ты перестанешь там ползать, не, и поможешь мне? Да я тебе сейчас тут такое наворочу, потом тебе за мной переделывать придется. Ну, тоже верно. Дай рельсы, потому что у меня уже кончились. Дай сюда.
Выползаем наружу. Давай вот сюда. Больше нам этот люк не понадобится. Ставим его обратно. И вот иди сюда. Иди сюда. Давай. Я тебе покажу. Например, я беру и бросаю 3 факела. Один вот туда, один вот сюда, один вот сюда. А сейчас иди за мной сюда. Так, давай, 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 давай. Ага. Ставим вагонеточку. Вот так вот. И толкаем ее, все, она поехала. Сейчас она должна сделать полный вот такой вот круг, видишь? И потом сбросит это всё в сундуки. Все, да, вот сейчас заехала на вот эти воронки, воронки передали, получается, 3 факела в сундук, я их забрал. На, держи, 1, 2, 3, все работает. Ну вот теперь можно и за пчелами идти. Пчелы! Цветы притаскиваем, ставим это все сюда. Вот это как-то надо потом будет закрыть, я не знаю, пускай будет пока вот так, чтобы мы имели доступ к этому сундуку и всегда отсюда забирали пчелиные соты. Давай, ты за цветами, я за пчелами, пошли. Так, все, давай, я за цветами, ты за пчелами, я за цветами, ты за пчелами. Давай, хватит кукарекать уже. Ставим стак костной муки в сундучок и сюда нажимаем на один нотный блок и на другой быстренько. И пошла жара, давай, 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 как можно больше цветочков нам надо. Останавливай, давай! А чё она не останавливается? Так как... Остановись! Всё. Фу, господи, всё, теперь идём собирать. А чё мы сейчас делать-то будем, а? Иди сюда, иди сюда. Цветочек в руку возьми, цветочек в руку возьми. Я открываю, давай. Так. Оперный кокос. Так, поводки. Да ты их не размножай. Зачем ты их размножаешь? Зачем ты тыкаешь по них, Катя? Не тыкай. Вот так, поводками, цветочки в руки. И за нами, вот сюда. Давай, только поедем. Не падай, только аккуратно не падай. Давай, прыгай, давай оттуда. Так, подожди. У меня тут это, поводки освободили. Сейчас я их тоже прицеплю. Давайте, давайте. За мной сюда, крокозябрики летающие. Давайте, за мной. Не отставай. Ты, Катя, тоже иди сюда. Ты где? Все, бегу. Давай. Заводим вас внутрь. Давайте за мной. А что только 3 пчелы? Там же штук 15 было. Чем мы так мало-то притащили? Они все по пути просто отпучковались и потерялись там где-то. Ага. Все, давай, цветы сажай. Все вот эти цветы, которые ты собрала, засаживай все, что здесь есть. Погнала, Кать. Так, подожди, а размножать их надо тоже размножать, чтобы побольше было. И что вы пучите на меня? Чего они пучат на меня? Ну, так ты покорми их, ты цветочки в руках держишь. Давай, за чики-бомбонь. Ну так ты бы сразу так и сказала. И тебе держи, и тебе, и всем вот. Все, плюс одна пчел. Маленькая получилась, все. Ой, девочки, какая хорошая. Ну и в принципе все. Пчел мы размножили, цветы посадили. Они уже даже начали вот это пыльцу собирать. Уже даже сколько-то там килограмм пыльцы уже в улии засадили. Все, нам остается ждать, когда тут появится мед внутри. И когда вот эти раздатчики их соберут. И все потом появится именно вот в этом вот сундуке. Мы с тобой как прирожденные инженеры получается. Так, ну я бы больше сказала, что ты, а не я. Я так подумаю, что ты это помогла, да и ладно. Так, главное теперь пчел отсюда не выпускать, когда мы будем сюда заходить, проверять их. Ну вот и все. Остается просто ждать. В начале следующей серии здесь столько будет медовых сот, то что, я не знаю, на всю жизнь нам хватит. Мы с тобой каждую серию по 20 тысяч свеч будем делать. А еще мы с тобой станем медовыми магнатами, будем их продавать, вообще станем монополистами в этом мире. Ни у кого больше столько меда не будет, сколько у нас. Вот это будет слава. А вот сейчас, пошли я тебе покажу стагматиты, сталаклаголатиты, стагмальтиты и как с них вот это сосульки стекают. Пошли. Ага, пошли, только давай сначала ты научишься выговаривать эти слова нормально, а вот потом пойдем. Стаглатиты! Проглотиты, блин, господи!